Всем привет на канале Алдачман. Сегодня мы с вами прочитаем письмо одного из читателей газеты НЦЦ, отправленное открытым форматом в учреждение по защите Конституции и конституционных прав в стране, то есть Verfassungsschutz. Но что интересно, этот человек, живущий в Западном Берлине, отправил свое письмо, переадресовав его в баварское отделение вот этого Verfassungsschutz. Почему? Потому что все-таки люди в стране видят более-менее, где находится порядок, где поддерживается порядок, а в каких землях или в каких регионах все спустили просто-напросто под откос и смотрят на этот ком, как он набирает силу, набирает обороты и подминает под себя практически всех. Поэтому сегодня я просто зачитаю вам письмо человека, озабоченного политической ситуацией в стране. И там, почему я решил вообще зачитать это письмо? Потому что мне там понравилась пара предложений, пара высказываний этого человека. Я хочу, чтобы вы тоже это услышали, чтобы вы тоже это знали. То есть не потому, что многие говорят, вот немцы тюфяки, немцы ничего не умеют, за себя постоять не могут, да и правительство у них какое-то левое. Мало того, что кукловоды из Америки, так эти правители кукловодят своим населением, и получается как бы круговая порука, и доволен только хозяин за океаном. Поэтому давайте без лишних слов перейдем к зачитыванию этого письма. Естественно, я сейчас одену очки для чтения, потому что я не Путин, который даже в 70 с лишним лет показывает себя знатоком суперзрения, зачитывая со стандартных листов вот такие вот огромные буквы. Все люди думают, что у него зрение прекрасное. Ну, пусть думают. Итак, пишет сначала редакция, а потом уже зачитывается письмо. Один из читателей написал нам: «Большое спасибо за то, что позволили мне найти в вашей газете сообщения и комментарии, которые отклоняются от гладкого мейнстрима. Будучи старым жителем Западного Берлина, я никогда бы не подумал, что буду чувствовать себя так близко к условиям ГДР в собственном государстве». Читатель, имя и личность которого известны редакции, попросил нас направить его критику в Баварское управление по защите Конституции. Читатель согласился с тем, что это письмо также будет опубликовано форматом открытого письма. Это может повысить вероятность того, что Баварское ведомство по защите Конституции обратит внимание на недовольство читателей, не только одного читателя, но в его лице многих читателей. И вот, пожалуйста, письмо. Уважаемый коллектив Государственного конституционного офиса, прошу вас переслать это письмо по инстанциям выше. Большое вам спасибо. Итак, здравствуйте. Государство скрупулезно анализирует и проверяет, следит за деятельностью граждан, преследует распространение так называемых пророссийских нарративов. Также дезинформация стоит у государства на повестке дня. Но на самом деле я спрашиваю себя, беспокоит ли вас контролируемых политикой забота подавления неприятных истин, которые ставят под сомнение действия правительства или даже ставят под угрозу их и, возможно, даже вашу легитимность? Например, наш бывший министр здравоохранения Йенс Шпан говорил о пандемии непривитых и старательно ее пропагандировал, чтобы с помощью социального давления затолкать в иглу ренегатов. То есть у нас во время коронавируса было очень много вот этих вот карантинов. И, естественно, сначала говорили, что никаких прививок не будет. И если они и будут, то это все будет добровольно. Потом свелось все к тому, что людей вынуждали делать прививки. Кто не хотел делать прививки или платили сумасшедшие штрафы, были такие люди, которые даже попадали в тюрьму. Якобы за нарушение общественного порядка и за угрозу здоровью окружающих. Идем дальше по этому письму. После научного рассмотрения случаев заболевания в стране и во всем мире на момент заявления министра и, наконец, после публикации протоколов Института Роберта Коха, об этих протоколах у нас, кстати, было видео на канале, рассказ министра оказался осязаемым, вероятно, намеренно распространяемым дезинформацией. Ученые из Института Роберта Коха
отметили ложность заявления в своих протоколах в момент его распространения и предположительно воздержались от публичного опровержения из-за определенного ущерба репутации министра. Занимаетесь ли вы сейчас реабилитацией тех врачей, которые уже тогда, параллельно с институтом Роберта Коха, знали, что министр здравоохранения лжет, и которые частично потеряли свои рабочие места, кто-то вообще лишился лицензии, потерял работу, в общем водовороте разжигания ненависти со стороны правительства и средств массовой информации? Чего стоит, например, выступление американского экономиста Джеффри Сакса, который не устает заявлять, что загон, вталкивание, подталкивание Российской Федерации в угол и постоянное пересечение красными линиями российским правительством является преднамеренной стратегией НАТО, особенно США, по дестабилизации Российской Федерации и втягиванию ее в эту войну? Почему подобные заявления разрешено делать в США, но не в Германии? Почему Джулиан Ассанж был задержан в одиночной камере после публикации крайне сомнительных с юридической точки зрения телефонных разговоров Виктории Нуланд и Джеффри Пайета? Что за телефонные разговоры? А я вам сейчас напомню, для тех, кто утверждает, что Германия развязала войну между Россией и Украиной. Виктория Нуланд и Джеффри Пайет. 2014 год. Майдан на Украине. Когда она говорила: ну наконец-то, нам удается свергнуть старое правительство, теперь они будут плясать только под нашу дудку. Наша задача на данном этапе времени выполнена. Это был сильнейший скандал, но получилось, что Виктория Нуланд все еще на высоких должностях. Блин, вот как объяснить? Ладно, идем далее. Почему в разгар холодной войны я смог купить русскую газету «Правду» в Западном Берлине? Это, между прочим, интересно. Интересно, да, что в Западном Берлине продавались советские газеты. А теперь мне больше не разрешают читать Russian Today Germany, чтобы получить исчерпывающую информацию, как и подобает гражданину в демократическом государстве. То есть человек не хочет получать одностороннюю информацию, чтобы с ней соглашаться. Он хочет получать информацию с разных источников, анализировать и потом уже делать свои выводы. Человек с головой. Почему меня лишают информации от моего правительства и угрожают тюремным заключением, если я делегитимизирую это правительство? На Украине националисты совершенно нормально свергают демократически избранное правительство на Майдане, даже применяя вооруженную силу против милиции. Тогда это была борьба с пророссийским диктаторским режимом, не так ли? Почему граждане Германии не могут сделать то же самое, если они считают, что наше правительство все дальше и дальше уходит от демократических стандартов? Откуда такая терпимость к двойным стандартам? Доказано, что большое количество украинцев правоэкстремистского толка были вовлечены в протесты на Майдане, как я уже сказал, даже с оружием в руках. Это сильно отличалось от протестов в ГДР в конце 80-х годов. Мне даже не позволено говорить, что война на Украине – это оборонительная война России, не рискуя быть осужденным. Человеку терять нечего, он пожилой. И он говорит правду в глаза правительству, которое лжет с экранов телевизоров абсолютно всем. А вдруг в итоге это окажется правдой, что идет действительно оборонительная война России против НАТО и против США на территории Украины? Так же, как верно, что это никогда и не было пандемией привитых. То есть не привитых. Разве вам не было бы целесообразно снова поставить себя на службу народу? Verfassungsschutz. На мой взгляд, вы ставите себя на службу правительству, которое безжалостно навязывает интересы богатых и олигархов, и могущественных в этом мире. Подпись. Недовольный демократический гражданин-пацифист. Человеку нечего терять, человек уже пожил свое и решил высказать в глаза правительству то, что он думает об этом правительстве. И что интересно, даже на встрече канцлера Шольца с людьми, с жителями, когда их собирают в студиях, как это любит делать Путин,
В основном только старики задают канцлеру Шольцу очень неудобные вопросы. Он ухмыляется самодовольной ухмылочкой, пытается юлить, как уж на сковородке, и заверяет всех в том, что то, что делает сегодняшнее правительство, это правильно, и так и нужно развиваться. Вот такие вот дела. Хотя, конечно, мне бы интересно было узнать, что наше правительство, вдруг мы завтра проснулись, а оно подало все в отставку. Потому что оно, мало того, что оно, нет, оно пока оно легитимное, но оно не дееспособное. Оно как паралитик какой-то, который пытается забраться на башенный кран. Примерно вот так вот выглядит наше правительство в стране. И это не единичный случай, когда человек пишет вот такое письмо. Практически все население в стране недовольно нашим правительством. И вот это вот был сейчас один из примеров этого недовольства. Можете высказывать свои мнения, высказывать свою точку зрения, свои взгляды по этому поводу, потому что мне тоже интересно знать, что вы думаете об этом. Если, конечно, вы не боитесь. Если бы я боялся, то я бы и не вел этот канал. Не забудьте о подписке на этот канал, нажимании на колокольчик, пальчик вверх, комментарий и всем удачи. Не болейте. Пока.